Еще одна проблема, с которой очень часто сталкиваются садоводы, особенно начинающие, да и не начинающие тоже, это сильное вытягивание рассады. Могу сказать, что эта проблема, наверное, тоже одна из таких остро стоящих. Есть несколько способов, чтобы этого избежать. Ну, во-первых, световой день. То есть вы должны соблюдать режим света. Рассада должна быть на свету не меньше 10-12 часов. И лампы должны быть обязательно специальные, такие, чтобы они не нагревали, не создавали повышенную температуру на поверхности почвы. То есть, чтобы ваши растения не грелись. И еще важный момент. Температура. Содержание температуры, при которой должны содержаться растения. Значит, ночью температура, как правило, не должна быть почти для всех культур не больше 12-15 градусов. Днем до 20, ну максимум 22, это если солнечный день и солнце попадает. Но растениям маленьким, особенно растишкам, нежелательны прямые солнечные лучи. Поэтому, значит, температура должна у нас быть где-то 20 градусов. И еще, если же все-таки рассада у вас достаточно сильно вытянута, что же делать? Можно, конечно, подсыпать грунт с периодичностью, если позволяет у вас емкость. Или же можно обработать вот таким вот препаратом, который называется атлет. Как раз вот именно рассчитан на то, чтобы сдержать излишний рост рассады, чтобы рассада ваша не вытягивалась. Здесь достаточно подробная инструкция. Разводите, брызгайте, поливайте. Ну и, наверное, последний этап, который вы должны тоже еще помнить, это уже подготовка рассады к высадке в грунт. Вот здесь в помощь вам идет циркон. То есть перед тем, как высадить ваши растишки в грунт, обрабатывайте их раза два или три вот этим препаратом. Жизнестойкость растения увеличивается. Но концентрацию делайте в два раза меньше, чем написано в пакете. Я думаю, что все советы мои пригодятся. Оставайтесь с нами, следите за нашими роликами. Всем пока!